Будущее всего российского футбола обсуждали сегодня в Новосибирске. Сторонники радикальных реформ, среди которых много известных тренеров и бывших игроков, представили свою программу. В сентябре состоятся выборы главы Российского футбольного союза. Он и будет определять вектор развития спорта номер один. Но независимо от того, сохранит ли свой пост нынешний руководитель ФС Виталий Мутко, по мнению экспертов, без поддержки местных властей повысить качество игры и вернуть людей на трибуны невозможно. Но мне кажется, все-таки руководители города должны уделять больше внимания этому популярному виду спорта. Мне кажется, пока не займутся самые большие люди хотя бы контролем футбола, что ли, направлением футбола, его трудно, конечно, развивать.